Аня, косметики Vision Skin Care. Ну, Кузнецова Марина, город Ростов-на-Дону. Эффект такой, что через месяц мне 60 лет никто не дает. И на работе все говорят, что ты с собой делаешь? Наверное, операции какие-то, посмотри на свое лицо. Я говорю, да. Я пользуюсь самой лучшей косметикой, которая в нашей компании. Выглядит действительно потрясающе. Спасибо вам большое. Еще раз здравствуйте. Александр Казанин, 51 год, город Иваново. Когда я добыл эту косметику с боем в Сочи, то я решил простую вещь. Слушайте, можно, конечно, сделать фотографию до и после, а я проще решил. Я думаю, пол лица буду. Просто пол лица для себя, просто интересно, такой с биологической точки зрения. И если присмотреться поближе, то можно увидеть, есть изменения, только я не скажу правая или левая сторона, но изменения реальные, фантастические. Подходите, угадайте, правая или левая. Живой результат, я думаю, что в перерыве можно поиграть. Угадай, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Петрозаводска, мне 58 лет. Когда в 20 лет я сходила заодно с подружкой к косметологу, мне косметолог спросил, ну вот там прыщи, а вы-то что пришли сюда? Я говорю, ну вот у меня сухая кожа, сохнет и шелушится после умывания. Она говорит, о, посмотрела мою кожу в микроскоп, сказала, что у вас 28 лет, уже будет все в морщинах. Вам водой даже мыться, умываться нельзя. Вот. Ну вот сегодня мне 58 лет, я начала пользоваться этой косметикой, да? И я подумала, так вот, ну сыворотка, что-то я никогда не была впечатлена сыворотками, честно говоря, при своей сухой коже. Вот от этой сыворотки я просто в восторге. Я мажусь, вот раз намазала, потом два намазала, она впиталась, и потом уже только кремом. И дальше про ночной крем, так как вот я обладательница супер сухой и супер тонкой кожи, я думала, ну странно, я обычно ночной-то крем беру жирный-жирный, чтобы вот как Дэниел Жутар говорил, напитать так напитать. А здесь больше вот как гель она такая. Но на самом деле, когда я начала пользоваться этой косметикой, утром просыпаешься, морщинок нет вообще. Поэтому супер, просто потрясающая косметика. Замечательно, спасибо вам большое. Татьяна Сурова, 70 лет. Вы знаете, я очень долго ждала эту косметику. И я в восторге в полном. То есть вот полностью прям вот все мои потребности эта косметика решает. Увлажнение начинается, ну, буквально через 3-4 дня уже есть эффект от увлажнения, потому что, ну, поразительные просто ингредиенты увлажняющие. И у меня была тоже гиперчувствительная кожа, очень сухая. И просто сейчас вот я сижу, я не могу удержаться, я себя все время глажу по щечкам, потому что они у меня совершенно нежные такие. Вот. А вот эффект уходящих морщин не надо ждать быстро. Я вас вообще заклинаю, просто бойтесь очень быстрых эффектов полного омоложения, потому что это работает не реальные какие-то вещи, а филлеры, они очень опасны для кожи. Так вот, наша косметика реально работающая. Вот сейчас я пользуюсь ей уже 7 недель, и у меня действительно ушли почти практически полностью гусиные лапки, и начинают уходить вот противные такие старческие морщины на щечках. Их ничем нельзя убрать, а вот наша косметика с ними работает прекрасно. Я поздравляю вас, это не просто чудное средство, это еще совершенно бесподобный инструмент для наполнения наших кошельков. Спасибо, компания. Давайте поаплодируем. Я косметологом, и я еще оценила как специалист эту косметику. Я сама являюсь бабушкой двоих внуков. Мне 46 лет еще будет, и я прекрасно выгляжу благодаря косметике и нашему продукту. И один результат по косметике с масочкой, с гиперпигментированной кожей, очень хороший. Буквально на глазах кожа осветляется, пигменты осветляются. Поэтому спасибо продукту, что есть помощь и таким людям. Мнение, результат профессионала, здорово! Добрый день, город Саратов, Верязкина Валентина. Мне 57 лет, я бабушка двух внуков. И, вы знаете, эту косметику я очень-очень ждала, потому что Миллениум Альянс, когда закончился, моя дочь плакала. Потому что молочко, она у меня дама такая с аллергией.
И она говорит, ну что же я буду делать? Я говорю, доченька, ну потерпи, наша компания что-то сделает. И когда я привезла эту косметику из Сочи, когда нам ее привезли уже, она нанесла, в течение 2 дней она говорит, это божественная косметика, и у меня никогда не будет аллергии, мама, как здорово. Вот, а результаты, знаете, вот ощущаешь себя королевой. Вечером, когда ты садишься, да, и это просто, знаете, это, ну, дуновение ветерка. Самое главное, когда ты наносишь ночной крем, и ты не понимаешь, что жирности нет, ты не понимаешь, что крема больше нет, наносишь опять, и кожа становится настолько вот бархатной. Не надо убирать, помните, как мы еще, когда наносишь крем, а потом еще рекомендуют косметологи лишнее убрать. Так вот, наша косметика лишней не бывает. Ее хочется вот наносить и наносить. Большое спасибо Дмитрию Аркадьевичу Буряку вот за то, что он у нас the best. И за вот создателям низкий-низкий поклон. Спасибо вам большое. Ощущение. Вы знаете, я сейчас безумно волнуюсь, сама не ожидала. У меня сердце выпрыгивает, руки мокрые от волнения. Сидела спокойно, но пока Даниэль Жита рассказывал, мне пришла в голову мысль, что нас попросят выйти на сцену и рассказать результат по косметике. Поэтому я уже просто не усидела, когда получила это. И вот этот вот взрыв эмоций, вот сейчас вот буквально мокрые ладони. Я должна сказать, что я в таком восторге от косметики, что у меня просто не хватит вот силы эмоций передать. Я в таком восторге от косметики. Я попробовала ее, может быть, одна из первых уже в Сочи, потому что мы работали в Сочи парке. И нам за то, что мы работали на презентации, подарили пробники. Естественно, соблазн был велик, поэтому первые же пробники я там вот и попробовала, придя вот в такое удовлетворение вообще по самому тому понятию, что я вот как научный сотрудник, впрочем, в прошлом, ну, главный бухгалтер, что для меня цифры, теории было очень важно. Поэтому я всю продукцию компании Vision изначально принимаю по теории, восхищаюсь ею, а потом уже получаю результаты. То же самое было с косметикой. Я сначала восхитилась всем тем, что мы знали по теоретической части, когда я стала принимать, вот прям буквально по пунктам, сыворотка. Она первый день буквально взорвала мое лицо, потому что первые же капли, у меня очень чувствительная кожа, и я раскраснелась. Со второго применения уже ничего такого не было, но я должна вам сказать, что эффект противовоспалительный, у меня очень чувствительная кожа, почти такой же, как у геля Millennium. Я очень довольна. Крем дневной. Впервые в моей жизни, склонной к жирности комбинированной кожи, первый в жизни крем, который я применяю сейчас, и мне не нужно тональное средство. Первый в жизни за мои, может быть, там 25 лет приема. Ночной крем удивил тем, что он действительно вот такая необычная консистенция. И вот когда я наношу, естественно, я разговариваю с каждым кремом, потому что вот я взяла это голубое чудо прозрачное, и я понимаю, что там швейцарская вода, и вот это вот нанесение на лицо – безумный результат. Гель для век, крем для век мне не достался, поэтому я воспользовалась пробником. Вот с этого одного пробника мне показалось, что даже те небольшие морщинки, которые у меня еще остались после применения всей продукции Vision, ее косметики, биоида, мне кажется, они расправились просто за одно применение, за одну ночь. То, что касается маски, нам говорили, что это будет прекрасно. Особенно, когда я вот пообщалась с Татьяной Суровой, которая давала нам тренинг по этому поводу. Но тот восторг, который я испытала от того, что маска меняет цвет, и как после нее, после смывания становится гладкая кожа, это тоже нужно просто ощутить лично каждому. Я благодарна нашей компании, всем разработчикам за то, что такая косметика у нас есть. Работа с ней будет просто великолепна, особенно если брать... Я Патина Лариса, приехала из Уфы, мне 61 год. Вообще, до компании Vision я не могла не пользоваться никакой косметикой. Это было только всякие самодельные там маски, овсянка и так далее. Подробно не буду. И вот с помощью нашей косметики у меня кожа очень хорошо с первого, ну, когда гель еще появился, с первого появления. Очень всегда нравилась и Millennium Alliance. Но когда я начала пользоваться в Сочи, я уже первый день Millennium получила косметику. И я начала ею там пользоваться. Это просто чудо. Это, ну, одно слово только. Когда я приехала из Сочи, мне все говорят, ты так прекрасно выглядишь, как ты так смогла за несколько дней? Вы поделились с ними секретом, как вы так смогли? Спасибо вам большое. Здравствуйте, я Цыриган Алла из города Ижевска.
Мне 43 до 100. Прекрасное ощущение от аромата, от консистенции этого продукта. Я пользуюсь сама и пользуется моя дочь, которой 35. Ну, вроде как бы ей бы еще рано, но она тоже в восхищении вот от консистенции. То, что крем моментально впитывается и нет никакой вот жирной пленки, которая раздражает очень ярко. Просто все впитывается моментально. Спасибо вам большое. 9 лет. Мне повезло, у меня есть фотография дома и кожа. Единственное, что я использовала сначала гель Миллениум в течение где-то полугода, и теперь косметика. Сияние – это самый такой вот момент, который видят все, потому что все постепенно, когда меня видят, забывают, что у меня там были следы после, ну, как вот после акне, да, такие вот как углубления, да, в коже. Это все уходит постепенно, уходят пигментные пятна. Что меня больше всего поразило, это маска. Наносишь маску, и маски нет. Мы привыкли, да, что мы наносим маску, мы с ней ходим, там лежим, отдыхаем. Вот. А здесь совсем другое ощущение. Наносишь, она впиталась, и все. И нет, она вся попала вовнутрь, вся попала в кожу. И еще один момент. Глубокие морщины, ощущение такое, что аж как бы выталкивается кожа и не дает, мышцы не сокращаются. И как следствие, естественно, что морщины глубокие будут уходить постепенно. Спасибо. Спасибо большое. Покорина Таганрог. Конечно, мы ждали очень линию, потому что волнует кожа вокруг глаз. И ничем нельзя было пользоваться, только как гель Миллениум. Из аптеки, из магазина, вы понимаете. И, конечно же, я ждала вот эти 7-14 дней. Что же будет происходить? Вы знаете, на 10-й день я увидела, когда карандашом рисовала стрелочки, этот карандаш шел как по маслу. Я кричу мужу: слушай, кожа, кожа! Ну, вот это правда, это вот видно было. И она сейчас вот напитанная, она сочная, ну, я не знаю, там, как у младенца, я не помню, как у младенца она была у меня. И очень такой яркий эффект виден, когда, ну, не было вот косметики, да, иногда там после сауны или когда вот купаешься, распарился, как бы по коже вот так, и что-то вот на пальчиках, ну, ороговевшие какие-то. Вот здесь этого нет, и прямо чувствуется, он какой-то вот овал более плотный. Все, что обещал Даниил Жудар, все, это и есть. Спасибо. Самое главное. Спасибо вам большое.